мои люди основали на гавани колонию. До недавних пор все было в порядке, но внезапно связь с колонией оборвалась. Они не отвечают ни на одной из частот. Нужно выяснить, что случилось. Может быть, они подхватили вирус зергов на Майнхофе, а может, на них напали протосы. Джин, я боюсь, что случилось что-то ужасное. Друг, надо брать новый Фолсом. Там держат всех, кто когда-либо выступал против Менгска. Выпустим заключенных, и он не будет знать, откуда ждать удара. Когда надумаешь, сообщи мне. Кажется, твоя королева клинков вычислила, для кого мы ищем эти артефакты. Глава Мёбиусов доктор Нарут сообщил, что зерги напали на главную исследовательскую базу на Тирадоре. Он не может эвакуировать людей, пока не уничтожит все документы, в которых упоминаются артефакты. Данные, записанные адъютантом Старсониса, подтверждают причастность Менгска к нападению зергов на планету. Нам осталось лишь обнародовать эту запись. И Мира Хан подсказала, как это можно сделать. Скоро на Кархале состоится презентация нового боевого робота под названием Один. Если мы его выкрадем, то сможем захватить студию UNN и пустить в прямой эфир данные о военных преступлениях Менгска. Сейчас Один проходит последние тесты на Волгале. А где Тош? Я думал, он уже тут. Он покинул корабль. Я думал, вы уже... Сэр, у нас входящая зашифрованная передача. Соединяй. Так-так. Печально известный Джим Рейнер. Меня зовут Нова. Есть разговор. И какой у меня может быть разговор с ручным призраком Императора? Тош тебе врет. Мэтт, подключи Тоша. Думаю, он все равно все слышит. За фантомами будущее. Ты просто не способна понять это, девчонка. При превращении в фантомов призраки становятся маньяками, одержимыми идеей убийства. Те из них, кого мне удалось поймать, сейчас отбывают срок в Новом Фолсоме. Не слушай ее, брат. Помоги мне освободить фантомов из тюрьмы, и вместе мы свергнем Менгска. Тош хочет вернуть псионные способности своим приятелям-фантомам. Ты сам помог ему добыть нужные компоненты. Заключенные Нового Фолсома — маньяки-психопаты. Ты правда хочешь отпустить их на волю? Я помогу тебе в войне против Менгска. И мои друзья тоже. Она никогда не будет тебе союзником. Тош — это бомба с часовым механизмом. Он будет твоим лучшим другом до тех пор, пока не всадит нож тебе в спину. Это момент истины, друг. Выбирай. Почему ты не рассказал мне о своих планах сразу, Тош? Впрочем, я все равно доверяю тебе больше, чем этой убийце на побегушках у Доминиона. Мы начали это дело вместе, так доведем же его до конца. Неудачный выбор, мистер Рейнер. Я знал, что могу рассчитывать на тебя, брат.
А теперь пойдем вскроем новый Фолсом. Загружаю данные о новом Фолсоме. Вот, брат, полюбуйся. Они окопались со всех сторон. Похоже, Нова предупредил их. Теперь без хорошей армии туда не пробиться. Тебе нужна не армия, а один единственный фантом в нужном месте и в нужное время. Тогда мы полностью полагаемся на тебя, Тош. Мои парни сделают все возможное, но им понадобится твоя поддержка, чтобы выйти на позиции. Не вопрос. Основную работу я беру на себя. Просто отправляй бойцов мне в помощь. Об остальном я позабочусь. Рядом с основным зданием есть два тюремных блока с военными заключенными. Если мы освободим арестантов, то, вероятно, сможем рассчитывать на их помощь. Что еще? Доминионцы построили базу у главного входа в тюрьму. Уничтожьте базу, и охрана разбежится. Все остальное предоставьте заключенному. Ладно, Тош. Ты готов? Я очень долго ждал этого дня. Я готов. Постоянно включена маскировка. Я незаметно подберусь к охранникам и перебью их. Один фокус. Я его называю взрыв мозга. Помогает убивать по нескольку врагов за раз. В точку. Уболтал. Так. В точку. Я сам себе хозяин. Ништяк. Сейчас разберем. Видишь турель на той стороне моста? Если я подойду слишком близко, доминионцы обнаружат меня. Может и нет.
Сейчас разберемся. Недостаточно энергии. Может и так, а может и нет. Освободи свой разум. В точку. Я сам себе хозяин. Сейчас разберемся. Может и так, а может и нет. В точку. Игра возобновлена. Уболтал. Я сам себе хозяин. Ништяк. Уболтал. Тебе на подмогу идут мои ребята. Все, что от тебя требуется, это посылать подкрепление. А я позабочусь об остальном.
Я сам себе хозяин. Дальше. Может и так, а может и нет. Войска союзников атакованы. Приближаешься к первому тюремному блоку. Освободи заключенных, и у нас появятся новые союзники. Когда у меня заканчивается энергия, я могу восполнить ее за счет жизненной силы союзника. Это называется поглощение. Чем здоровее союзник, тем больше энергии я получаю. Процедура безболезненная. Ну, почти. Yeah.
готовы двигаться дальше. Отвлеки их, пока мы разворачиваем форпост. Нет. Ты рядом со вторым тюремным блоком, Тош. Хочешь завести новых друзей? Можешь положиться на нас, Тош. Мы отвлечем охрану, пока ты будешь освобождать заключенных. Войска союзников атакованы. Точка. Я сам себе хозяин. Уболтал. Войска союзников атакованы. Может и так, а может и нет. Сейчас разберемся. Я сам себе хозяин. Ништяк. Может и так. Теперь, когда эти ребята на свободе, мы разнесем тюрьму по камешкам. Отличная работа, Тош. В точку. Ракета готова к запуску. Укажи цель. Учти, что взрывом может зацепить и нас. Войска союзников атакованы. Войска союзников атакованы. Сейчас разберемся. В точку. Войска союзников атакованы. Войска союзников атакованы. Молодец, Тош. Освобожденные заключенные помогут нам уничтожить остальные посты охраны. Тебе хозяин. Может и так, а может и нет. Войска союзников атакованы. Ниш.
Войска союзников атакованы. Твою! Союзников атакованы. Войска союзников атакованы. Новая жизнь. За 50 лет ни один заключенный не сбежал из Нового Фолсона. А мы за один день освободили всех. Даже не верится, что у нас получилось. Вы молодцы. Теперь мы с фантомами закончим дело. Убьем Менгска. И сожжем Доминион дотла. Избавление от Менгска — только первый шаг. С него начнется новое, светлое будущее. Неужели ты не понимаешь? Мы освободили всех инакомыслящих, выступавших против Менгска. В этом наша истинная победа. Ты и правда такой наивный? Завтра будет новый Менгск, а за ним придет следующий. Твоя прекрасная мечта о светлом будущем — просто иллюзия.
Если все так безнадежно, почему ты здесь, Тош? За что ты борешься? У нас одна цель, брат. Я не успокоюсь, пока Менгск жив. Месть нам ни к чему. Наша революция ради свободы. Это твое будущее, Мэтт. Но оно не для таких, как мы. Очень рискую, доверяя тебе и твоим людям, Тош. Надеюсь, снова ошибалась насчет вас. Ха, не слушай ее. Процедура перевоплощения в фантома отражается на каждом по-своему. Но все мы при этом остаемся людьми. Мы стали призраками по своей воле. Ни она, ни ты, ни Менгск не навязывали нам это решение. Потому что единственная настоящая свобода, которая есть у каждого, это свобода выбора. Но могу ли я доверять фантомам? Могу ли доверять тебе? Не бойся. Мы будем с тобой до конца. Мои братья и сестры обязаны тебе всем. Срочное сообщение. Как нам стало известно... Что такое? Сейчас... Кейт? Но... Я... После дерзкого налета на тюрьму Новый Фолсом на свободе оказались опаснейшие государственные преступники. Служба безопасности Доминиона приведена в полную готовность, поскольку многие из беглецов ранее принимали участие в проекте «Лезвие тьмы», который, как нам удалось узнать, был частью программы Доминиона по обучению призраков. Также нападавшие освободили группу политических диссидентов. Кейт, вам известно, кто это сделал? Замешаны ли в этом рейдеры Рейнера? Судя по уликам, это были именно они, Донни. Итак, сегодня Джим Рейнер сделал вселенную еще опаснее для мирных жителей. С вами в студии UNN на Кархале был Донни Вермиллион. Не для мирных жителей, а для плохих ребят, Донни. Я бы на твоем месте уже начал волноваться. Думаю, тебе интересно будет узнать, Тош и его фантомы присоединились к нам и нашей маленькой революции. Ты явно питаешь слабость к неуравновешенным псионикам, Джимми. А я думаю, зря мы дали волю этим чокнутым. Старина Менгск не просто так их под замком держал. Для Менгска они были оружием, не более того. Любое живое существо имеет право на свободу. Любое. Этот типчик Тош передал мне чертежи оружия и брони фантомов. Ты уверен, что мы можем доверять этому парню? Я слышал, он промывает своим новобранцам мозги или что-то вроде того. Фантомов набирают из добровольцев. Вот в чем дело. Тош лично следит за каждым, чтобы они не съехали с катушек, получив доступ к особым способностям. Никакой промывки мозгов. Хорошо, если так. Не хотелось бы, чтобы однажды эти бесноватые вышли из-под контроля. Хватит и одного Тоша.
Джим, я попыталась проверить утверждение Новы о том, что фантомы рано или поздно становятся убийцами-психопатами. И что выяснилось? По правде говоря, нет никаких подтверждений того, что фантомы более склонны к психическим отклонениям, чем обычные люди. Внезапное повышение псионной чувствительности может вызвать психические расстройства. Но фантомы вовсе не такие монстры, какими их нам представляли. Нова обманывала нас. Я уже не знаю, чего на самом деле добиваюсь. Кручусь на месте, пытаясь поймать себя за хвост. Командир, мы были с вами с самого начала. Ваше чувство справедливости – вот что не дает нам свернуть с выбранного пути. Я уже давно потерял веру в справедливость. Всю свою жизнь я сражался. Я убивал. Я посылал отличных ребят на смерть. Ради чего? Сейчас у меня единственная цель в жизни – отомстить Менгску. А когда рассеется дым, надеюсь, такие парни, как ты, построят лучший мир. Обязательно. Главное то, что вы подарили нам надежду, сэр. И пока она есть, я не сдамся. Обещаю. Мои люди основали на гавани колонию. До недавних пор все было в порядке, но внезапно связь с колонией оборвалась. Они не отвечают ни на одной из частот. Нужно выяснить, что случилось. Может быть, они подхватили вирус зергов на Майнхофе, а может, на них напали протосы. Джим, я боюсь, что случилось что-то ужасное. Гавань уже близко, но сигналов от... Сэр, на орбите флот протосов. Они блокируют сообщение с колонией. И, похоже, приводит орудие в боевую готовность. Джим, остановите их. Мэтт, соедини нас с протосами. Посмотрим, как они настроены. Энтара Тасадар, Джеймс Рейнар. Я вершитель Селендис. Нам хорошо известно о твоей храбрости и заслугах перед Айуром. Энтара Тасадар, Селендис. Послушайте. При всем уважении, я должен попросить вас отозвать флот. Люди на гавани не представляют для вас угрозы. Наши наблюдатели обнаружили, что колонисты заражены спорами зерков. Их необходимо уничтожить. Если ты желаешь сделать это сам, мы отзовем флот. Джим, некоторые из моих людей заражены. Но вы же не дадите протосам уничтожить всех. Если вы сможете выиграть время, я найду лекарство от заражения. Единственное средство от вируса зергов – это полное уничтожение инфицированных существ. И ты знаешь, что это так, Джеймс Рейнер. Я вылечу их, Джим. Поверьте мне. Если же ты намерен помешать нам, то будь готов к славной битве. Выбор за тобой, Джеймс Рейнер. Мы ждем твоего ответа. Я не собираюсь смотреть, как вы выжигаете целую колонию, Селендис. Пока есть надежда, мы будем сражаться. Тогда я почту за честь сразиться с тобой. У тебя прекрасная репутация командира. Надеюсь, ты оправдаешь ее. Спасибо, Джим. Спасибо огромное. Что бы ни происходило на гавани, мои люди не заслужили смерти. Мы справимся с вирусом. Я найду лекарство. Джим, протосы приближаются к колонии. У нас нет никакой защиты от их оружия. Придется взорвать этот воздаятель, пока протосы не сожгли всю планету.
Ариэль, соберите всех на главной базе. Если воздаятель пробьется к ней, все кончено. Будем рассчитывать на их методичность. По дороге они будут уничтожать все поселения одно за другим. Ты совсем не изменился, ковбой. Бросаешься, очертя голову, в самое пекло. Я решил, что помощь тебе не помешает. Задействовал старые связи и раздобыл чертежи викингов. Они летать могут и по земле шагать. Гениальное изобретение. Джим, воздаятель черпает энергию из протосских нексусов. И его щиты абсолютно непробиваемы. Как вы его остановите? Легко. Сначала уничтожим нексусы, а потом и воздаятель. Не волнуйтесь, Ариэль, мы их остановим. Я вычислил местоположение протосских нексусов, которые питают щиты воздаятелей энергии. Необходимо разрушить их, прежде чем начинать обстрел корабля. Опасен! Как скажешь? СМ готов! Что происходит? Часть колонистов не успела добраться до нашей базы. Протосы нападут на них. Нужно подготовиться и дать отпор. Готов. Что стряслось? СМ готов. Кого подлатать? Чего пугаешь? СМ готов. Есть работенка. Уйди. СМ готов. Сэр, я вижу воздаятель. Он направляется к базе колонистов. СМ готов. Я уже заждался. СМ готов. Направляется к базе колонистов. СМ готов! Атакована. СМ готов. Нексус уничтожен. Идем к следующему. Нужно остановить этот корабль. СМ готов.
готов! ТСМ готов! Пристройка завершена. Сэр, я засек энергетический скачок. Воздаятель готовится к выстрелу. Командир, отряд протосов направляется к кораблям колонистов. Если мы его не перехватим, колонисты погибнут. Выкладывай! Есть, сэр! ТСМ готов! Что происходит? Будет сделано! Даешь, Ракун! ТСМ готов! А? Войска союзников атакованы. Они обстреливают корабль! Мы все умрем! ТСМ готов! Улучшение завершено. Даешь разбой. Войска союзников атакованы. База атакована. ТСМ готов. Войска союзников атакованы. Войска союзников атакованы. Даешь разбой. Войска союзников атакованы. Время действовать. Войска союзников атакованы. За твой счет. Войска союзников атакованы. Даешь разбой. Что стряслось? Войска союзников атакованы. Есть. Вижу все по-взрослому. Протосы добрались до следующего поселения, сэр. Даешь разбой.
Ложись! А? Чего пугаешь? А? Что стряслось? Выкладывай! Пристройка завершена. Улучшение завершено. Сейчас рванет! КСМ готов! Есть работенка! Кого подлатать? КСМ готов! Время действовать! Клев на связи! Еду! За твой счет! Что КСМ готов! КСМ готов! Клев на связи! Датчики энергии зашкаливают. Протосы готовятся к уничтожению второй базы колонистов. Время пришло. Эскадрилья протосов. Она направляется к поселению колонистов. Я устал ждать. Отлично, еще один Нексус уничтожен. Не давайте им собрать силы. Держись от меня подальше. Горим! Протосы нас всех убьют! Ядерная ракета готова. Где подмога? Войска союзников атакованы. Кому наверх? Улучшение завершено. Войска союзников атакованы. Щиты воздаятеля отключились. Пора нанести удар. Войска союзников атакованы. Круто! Войска союзников атакованы. Войска союзников атакованы. Воздаятель переместил наш отряд в подпространство. Но это ненадолго. Скоро наши бойцы вернутся. Я не продержусь в одиночку. Войска союзников атакованы. Давай, удиви меня! Стать мне!
союзников атакованы. Протосы отступают. Вы победили. Ты и правда талантливый командир, Джеймс Рейнер. Надеюсь, что твоя вера в колонистов окажется не напрасной. Ну что ж, пора прощаться, док. Вам предстоит большая работа. Как-нибудь справимся. Надеюсь, у вас не будет неприятностей. Протосы наверняка вне себя. Ничего, мы с ними старые знакомые. Я выручал их несколько раз. Надеюсь, они сделают на это скидку. Знаете, а ведь вы могли бы остаться, освоиться, начать все сначала. У таких, как я, второго шанса не бывает. Я должен закончить то, что начал. Вы хороший человек, Джим. Не настолько. Жаль, конечно, что малютка Хэнсон нас покинула. Она почти поддалась моему бунтарскому обаянию. А ты-то что, не думал свить с ней гнездышко? Мы это проходили, Тайкус. Я уже пытался начать нормальную жизнь. И не хочу пробовать снова. Такие сорвиголовы, как мы с тобой, просто не созданы для тихой жизни. Судьба приготовила нам кое-что покруче. Мы снова в эфире. Сегодня у нас есть хорошие и плохие новости. Поток беженцев пошел на спад. Переселенцы нашли пригодные для обитания планеты. А о плохих новостях нам расскажет Кейт Локвелл. Кейт? Что? Мы в эфире? Здравствуйте. Да, Донни. Действительно, многие беженцы основали новые колонии и провозгласили свою независимость от Доминиона. Объявляя себя бунтовщиками. Это вполне естественно, Донни. Это простые люди. Кризис вселил в них страх и злость на Доминион, не пришедший им на помощь в трудную минуту. Многие из них хотели бы поблагодарить Джима Рейна. Итак, неблагодарные бунтовщики осваивают пограничные миры. С вами был Донни Вермиллион на канале UNN. Он бы хоть предупреждал, когда эфир начинается. Странные эти беженцы, правда? Ну, бросили их на съедение зергом. Чего беситься-то? Мои ребята всегда готовы помочь. За хорошие деньги.
Видал, какую махину отгрохали протосы? Чего я только в жизни не повидал. Но эти как что-нибудь выдумают, так хоть стой, хоть падай. Если б только они эти махины использовали против зергов. Иначе получается, что мы деремся с протосами, вместо того, чтобы объединиться против Керриган. Слушай, ты все правильно сделал. Они сами нарвались. Друзья не позволяют друзьям истреблять безоружных, Джим. Я горжусь тобой.